Всем привет, уважаемые друзья! Информационный канал 1612 покидает Киев из-за военных действий. Часть команды сейчас находится уже в Польше. Для тех, кто не знает, кто, что такое информационный канал 1612, сообщаю. Это канал, который озвучивает и показывает все события, которые происходят в нашей стране. Снимает различные антикоррупционные фильмы. Этот канал провел огромную работу в январе этого года, когда в Казахстане шли массовые протесты, были жертвы, пытки, и канал оказывал серьезную, серьезную помощь этим людям. Уважаемые друзья, сейчас этот канал нуждается в вашей поддержке, чтобы заново начать свою деятельность в другой стране. Ребята создали страницу а, с пом с просьбой о помощи и на этой странице существуют разные уровни поддержки. Один из этих уровней предполагает мое участие. Это возможность прямого видеоконтакта, консультации по любым вопросам, по бизнесу, по политику, по политике. Я прошу поддержки этих талантливых, способных ребят. Ссылки здесь. Спасибо.